Лидеры крымских татар встретились с представителями организации непризнанных народов Европы. В ходе встречи они обсудили нарушение прав коренного народа в оккупированном Крыму. Мустафа Джемилев подчеркнул, что основной вопрос – это статус крымско-татарского народа и вопросы, которые остро стоят на повестке дня. Сказал о необходимости участия и посещения оккупированного Крыма независимых мониторинговых миссий и про обмен пленными. Гости, в свою очередь, отметили, что поддерживают коренной народ и заверили, что о ситуации с правами крымских татар расскажут в Европе.